Все больше узнаем, все больше слышим. От кого еще? Что нам пизда, блядь. Кто сказал такое? Ну, у нас же здесь есть же люди, которые ездят гуманитарку, как, ну, девочки собирают здесь гуманитарку на... Ну. И туда возят к вам. И очень такая информация вышла. У нас эту недавно Огуева били. И били Сверликова. Ребят перестреляли, то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23-го, то ли 24-го на нас готовятся. И помимо сказали, что в Донецке и в Луганске стоят тоже какие-то базы огромные, что с этой вот нефти или что-нибудь там вот эта приблуда есть. И сказали, если, как не стреляют, сказали, если по ним попадет, это пизда будет всей Украины и всей России нахуй. То есть, чему готовиться, непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться, боятся иной раз на улицу выйти, сказали, что дети ни в коем случае не выходили на улицу после 11, без разницы 18 или 20 лет, чтобы никого не было с молодежью.